В момент ранения я ни разу не потерял сознание. Когда я слышал звук, я уверен, что это был миномет. Звук этого миномета, то мне надо было сделать одно движение вперед. И вот я тогда сделал шаг вперед, облокотился на левую руку, но потерял какие-то доли секунды. И в этот момент произошло очень интересное. То есть боль я почувствовал после того. Это реальный случай. Вот, после того, как, поверьте мне на слово, я видел сам себя со стороны. То есть я видел сам себя сверху. Я был какого-то такого мертвецкого цвета, непонятного. И истекал кровью. А потом я перевернулся наверх. А там появился такой яркий белый круг. Но глаза не резал. И вот этот яркий белый круг надвигался на меня. И я уверен в том, что вот этот яркий белый круг, он вогнал меня в свое тело, и я почувствовал ужасную боль. Ужасную боль. Единственное мое желание было то, чтобы мое сердце не разорвалось только от боли, не лопнуло. Меня зовут Малик, фамилия моя Рустамова. Война, мою личную жизнь, не только что она внесла дисбаланс, не только это физическая боль и так далее, она внесла в мою жизнь душевный беспорядок. Я получил ранение 24 апреля 1994 года. И после получения ранения через 10 дней был подписан договор о перемирии. Вот война кончилась, и началась самая настоящая адская жизнь. Началась борьба с бюрократией. Началось оформление документности по инвалидности. Началось преодоление вот этого психологического барьера, который очень тяжело преодолеть. Раненых было много, и оформлять инвалидность было, я бы сказал, довольно-таки тяжело. Где-то им предлагали дать взятку, чтобы решить этот вопрос быстрее. Где-то ей надо было найти человека, чтобы он решил эти проблемы. Где-то по звонку решалась эта проблема. Хотя факт остается налицо. Факт остается налицо. То, что со мной произошло, уже не восстановится. Там вопрос этой группы: получи первую группу, но доплати. Если нет, то получишь вторую, но мы сделаем тебе уважение пожизненно. То есть я со всем этим столкнулся, это не очень приятно, и более того, это просто отвратительно. В денежном выражении эта пенсия хватает, чтобы ее получить. Ну, как правило, домой она не доходит. Потому что приходить домой с такой суммой, честно говоря, как-то не солидно. Алло, да? Я получил инвалидность именно по ранению, именно при защите Азербайджанской Республики, именно все. А вот факт того, что я ветеран этой войны, вот этот факт военкоматом не признается. Мы можем сейчас проехать в военкомат, посмотреть, как все это будет происходить. Я уверен, что результат будет просто отрицательный. Эсе, он меня не ел, мы дирем, чисто сорсен, ты ногу меня дуяли, бил тапанчина меня отрусан, не важно, сену. Ю, да, меня кетит, меня кетит, меня кетит, меня кетит. Не важно, да, хара важно, да, чим да. А? Ветеранский кишка. Чего? Учинди марка дечку. Чиз хара? Лицо государства, оно тут же и выражается. То есть она оформляет на меня пенсию по инвалидности, выплачивает мне какие-то деньги, будем говорить так. А с другой стороны, она не хочет признать то, что я именно воевал.
за эту же родину. И не хочет мне выдать книжку о ветеранстве. Более 100 человек в нашем батальоне не могут доказать то, что они воевали, то, что они получали ранения, то, что они, я не знаю, жизни свои положили за то, чтобы... За то, чтобы эти армяне не дошли до города Баку. Почему-то целый батальон ушел куда-то неведомым, то есть он пропал. Целого батальона нет списка. Это вообще кошмарная ситуация, это вообще уму не подлежит. После получения вот этого тяжелого ранения я проходил реабилитацию в 4-м микрорайоне, реабилитационный центр у нас есть там. И вот я тогда начал там знакомиться с людьми, которые, на которых инвалидность ни в коем мере не повлияла. То есть они нормальные, полноценные члены общества. У нас есть много общего, о чем мы можем поговорить. Не только о болячке, а все время говорим о том, как бы преодолеть это все. Вот это вот желание доказать что-то не хуже всех остальных, что ты можешь так же жить, что ты можешь даже жить лучше и богаче, я имею в виду, душевно богаче и так далее. Вот это одна такая изюминка, которая не дает, да, просто опуститься вот так пониже, я не знаю, уйти в алкоголь, там, начинать самого себя жалеть. В судьбе дальнейшая борьба, но я стал человеком с физическим недостатком, я потерял семью. Был выбор между семьей и войной, я выбрал войну. Каждый раз меня преследует одна и та же мысль. Вот она сверлит, она не дает покоя. То, что наша территория до сих пор от врага, от армянского врага не освобождена. Не знаю, мне хочется остаться самим собой, чтобы я не сломился никогда. Чтобы меня ничего в жизни не смогло переломить пополам. А падать духом, отчаиваться, это удел именно слабых людей. Искать какие-то причины, и найти эти причины и не побороть их, это не по-мужски, так будем говорить. Мужчина не должен так поступать, ни в коем случае. Нет, человек должен быть сильным, просто обязан быть сильным. Если мы не хотим жить на коленях, и не хотим, чтобы наши дети жили на коленях, и не хотим, чтобы дети наших жили на коленях, если мы хотим прогресса всей этой республики, если мы хотим наконец-таки освободиться от этих оков, мы прежде всего должны освободить свою землю. Это первостепенная задача.